Охренеть. Сейчас, короче, дымок шел из этого места. Там все нахрен поплавилось. Куски пластика. Что это у нас? Мулинекс. 5 лет служил мне верой и правдой. Все, хана блендеру. Вот, купил себе новый блендер, айслайновский. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, ну приступим к распаковке. Стакан такой вместительный. Я прям уже представляю, как коктейли буду делать. Какой-нибудь там пару помидор, перец красный, петрушка и укроп. Самый простейший, самый вкусный коктейль, смузи. Вот, еще мерный стаканчик, оказывается. Вообще отлично. Я прочитал про Tasteland, посмотрел другие обзоры. Вроде народ доволен им. Нареканий нет. Буду надеяться. Пойдет. Так-то я уже распаковал его в ПВЗ. Подключил, проверил, все работает. Буду испытывать. Насыпал крупы. Что, погнали? В труху все мелет. Не, в целом я доволен. Гораздо быстрее, шустрее, чем предыдущий. Так. Вот небольшое сравнение. Это предыдущий блендер молол, оставляя местами небольшие зернышки. Не знаю, видно будет, нет. А вот этот блендер как перемолол. Вообще все в пыль. Не, я доволен. Айслайн прям порадовал. Ну, буду пользоваться. Удачных вам покупок и аппетитных приготовлений. Ну и бонусом напоследок еще сообщу, что соковыжималка Dexp, как и приговаривал Даркуша, что она сломается рано или поздно, и она сломалась. Крышка вот здесь в итоге не выдержала. Обломилась так, что уже при соковыжимании чего-то твердого, типа, например, свеклы, даже если мелко нарезать, он все равно крышку выгибает отсюда и ни хрена не делает. Вот он, момент обломанный. То есть вот этих-то всех трех, всех четырех едва хватало, а сейчас, когда их 3, вообще не держит. Печально, но на выброс вместе с предыдущим блендером. А еще, пока месил тесто, обнаружил, что и миксер скоро тоже выйдет из строя. Хотя здесь должна быть самая максимальная скорость. Кажись, тоже скоро сломается. Но вот миксер мне вообще не жаль. Он мне всего за 1 рубль достался по акции. Нет, все равно жаль. Столько всего съедено было с ним. Ничто не вечно.